Я 25 лет держал рот на замке. И чего ты теперь ждешь? Я не понимаю. Я жду адекватной компенсации. Талса. Что Талса? Ты туда поедешь. Там проводят лошадиные скачки, и никто ничего не мутит. Разделяй и властвуй. Это не совсем тот прием, которого я ждал. Новый сериал. Я Тайсон, добро пожаловать в Талсу. Две штуки в неделю. Теперь ты мой шофер. Чья банда тут все контролирует? Какая еще банда? Это ж глухомань. От создателя Йеллоустоуна. Что налить? Полагаю, у вас нет Кьянти. Совершенно верно. И продюсера клана Сопрано. Никогда бы не подумала, что ты бойскаут. Почему? В этом не было необходимости. Сильвестр Сталлоне. Что это за место? Магазин марихуаны. Господи, он умер? Нет, он отдыхает. В общем, расклад такой. Я буду защищать вас от банд. От каких банд? И от закона. У нас все законно. Ты должен понимать все риски. Не было никакого риска, пока не появился ты. Слышал о Черном Макадаме? Это банда мотоциклистов. Ты перегибаешь палку. Когда я пущу в ход свою палку, ты не успеешь заметить. Оружие или воспламеняющиеся жидкости? В коробке? Не. Еще немного, и мы потеряем контроль над ситуацией. Пригнись! Для того, в кого только что стреляли, у тебя зверский аппетит. Если бы я голодал каждый раз, когда мне делают больно, я бы уже стал скелетом. Старый гангстер. Я скажу тебе по чесноку. Приятного будет мало. Говорят, ты из мафии. В новом городе. Не, сказки все это. Это разовый случай? Или рядовой? Пока рано говорить. Король Талсы.